Доброе утро! Сегодня 11 апреля, и с вами Камила Хакимуллина. Неделя в самом разгаре, можно сказать, еще и экватор весны. Вечером Казань посетят много замечательных гостей. Внимание к сюжетам! Ирина Хакамада. Эмоциональный капитал, как эмоции превратить в доход. На мастер-классе вы узнаете, как эмоции превратить в доход, как заниматься только тем, чем действительно нравится, как преуспеть в эпоху турбулентности. В Казани начинается 8-й международный фестиваль «Рахлинские сезоны». Сегодня прозвучат произведения Равеля, Чайковского, Дебюсси. Солист Сергей Крылов, дирижер Кристофер Чен. Вечер получается просто великолепным. Для любителей тяжелой музыки у меня есть тоже отличная новость. Концерт группы «Forward Wave». Ребята играют МДМ с примесями фолка и электронщины. Они делили сцену с монстрами металла, а теперь выступят в Казани. Не пропустите! Конечно же, в Казани сегодня будет еще много всего. Но самое интересное собрано в нашей рубрике, где каждый день вместе со мной вы сможете составить увлекательные планы на вечер. Пока-пока!